Сегодня мы приехали к бабушке Любе. Эта женщина пострадала дважды. Первый раз у нее во время обстрела случилось, ну, повысилось давление, приехала скорая, и во время того, как скорая ее везла в больницу, рядом со скорой прилетел снаряд, у нее случился инсульт, до сих пор у нее рука уже и нога не может отойти. Если бы это не случилось скорую, она бы умерла. Конечно. И вот сегодня, благодаря замечательной женщине, благодаря Илоне, благодаря семье ее, Грил Борзер из Германии. Она знает, я ей рассказывал о вашей судьбе, и она решила вас поддержать, зная, что, ну, Илона. А кто это такая? Это девушка, у нее есть семья такая замечательная, они в Германии живут, они знают, что очень трудно людям на Донбассе. И я ей рассказал о вашей судьбе, и она вот решила на лекарство тому передать 2000 рублей. Ой, спасибо большое, большое спасибо вам, девушка. Я вам очень благодарна, это такая помощь. Спасибо. И спасибо вам, Андрюша, что вы заботитесь о таких, возите нам. А это все-таки какое подспорье на эти пенсии, что нам дают. Это же очень тяжело прожить, сами знаете. Спасибо. Спасибо, Илоночка, спасибо всем, кто помогает, люди. Ей Господь Бог даст больше.